сожалению, 79 смолян погибли в огне и дыме в прошлом 22-м году. Статистику опубликовали на официальном сайте МЧС региона. Согласно информации, на территории области произошло более 3000 пожаров. Это меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Чаще всего горели дома и квартиры в Смоленске и Смоленском районе. Из пожаров удалось спасти 375 человек, 40 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Чаще всего возгорания происходили в жилом секторе. Машины горели 105 раз. Самая распространенная причина – это неосторожное обращение с огнем. 3 раза к пожарам привела детская шалость, 20 раз – умышленный поджог.